От 1,5 до 12 с лишним тысяч рублей. Государство гарантирует безработным гражданам выплату пособий в период поиска работы. Эта мера усилена на фоне пандемии, но есть те, кто претендует на помощь незаконно. Только за полгода почти 40 человек пытались получить пособие по безработице обманным путем. Чаще всего нарушители – официально безработные, которые числятся на бирже, но при этом работают без документального оформления. Это незаконно и несет административную и уголовную ответственность. Выявляются случаи предоставления гражданами недостоверных сведений о себе, сокрытие фактов трудоустройства или других обязательств, влияющих на размер, продолжительность выплаты пособия по безработице или возможность его назначения. В итоге почти 250 тысяч рублей граждане получили незаконно, в бюджет вернули больше половины. Работа по взысканию остальных средств продолжается.